Приветствую вас на канале sssrgun.ru. У нас на обзоре электрошокер ASA611 Grom. В комплекте поставки нас ожидает провод для зарядки, сам шокер и крепление для ношения на поясе. Корпус шокера изготовлен из металла и окрашен в черный цвет. Отличается весьма компактными габаритами. Также на корпусе имеется ремешок для ношения на руке. Также в модель встроен яркий светодиодный фонарик. Это вкупе с компактными размерами делает шокер совершенно неприметным, а также расширяет его область полезного применения. Выходное напряжение составляет 6 миллионов вольт. Такой разряд на протяжении 3-4 секунд способен полностью обездвижить нападающего. В некоторых случаях это способно привести к потере сознания. Также электрошокер способен легко отпугивать диких животных, даже на приличном расстоянии. Громкий треск, яркие вспышки и выделяемый при работе озон делают свое дело. Кстати, мы не рекомендуем держать шокеры на зарядке более 2 часов, так как это может вывести из строя аккумулятор. Несмотря на компактность, электроды у шокера довольно крупных размеров и обеспечивают хорошую площадь контакта. Это, в свою очередь, облегчает использование шокера. Для него не требуется каких-либо специальных навыков. Приобрести эту модель вы можете на нашем сайте, ссылка в описании под этим видео. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. С вами был sssrgun.ru. До новых встреч!